Скандал вокруг известного хирурга Тимура Хайдарова продолжается уже несколько месяцев. В июле певица Слава заявила, что Хайдаров испортил ей грудь, после чего к ней присоединились Любовь Успенская и множество других женщин, утверждавших, что они тоже пострадали от него. В список недовольных пациенток, возглавляемый Славой и Успенской, также вошла Ирина Дубцова. При этом инстасамка, Гаара Аветисян и Филипп Киркоров выступили на стороне Хайдарова. За последние месяцы имя Хайдарова стало известно всей стране. Высказались все, Слава, Успенская, Киркоров, а также пациентки хирурга, с некоторыми из которых даже проводились очные ставки на телевидении. И, похоже, скандал приближается к завершению. Адвокат Елена Сенина, представляющая интересы Славы, Успенской и других пострадавших, выступила с инициативой провести медиацию между клиниками, пациентками и Тимуром Хайдаровым. Медиация – это конфиденциальная процедура, позволяющая урегулировать споры без судебного вмешательства. Елена Сенина является одним из самых известных медиаторов в стране. Адвокат поделилась результатами переговоров на сегодняшний день. «С двумя клиниками мы вступили в медиацию. На протяжении нескольких недель были проведены многочасовые переговоры. К каждому случаю подошли индивидуально. Клиника «Олимп» медиацию завершила. 90% ситуаций результативно. Стороны пришли к взаимоприемлемым решениям. Я очень довольна. Благодарю команду адвокатского бюро «Рогозин», «Сенина и партнеры», а также юристов со стороны клиники за колоссальную работу и профессионализм. Работаем дальше», — поделилась Елена. Сам Хайдаров также участвует в медиации, но подробности не разглашаются, так как процедура является конфиденциальной.